Всем привет! Вы на канале Мир Заброшек. В этом выпуске увидите заброшенный польский фургон ЖУК А06. Этот фургон больше похож на какой-то конструктор, части окон заделаны фанерой и прочими материалами. Дворники сняты, понемногу вандалы растаскивают автомобиль, чего добро пропадать зазря. Что примечательно, фургон стоит на колесах, а не на дисках. На моей памяти он уже пару лет как минимум стоит на этом месте. Видно, что в салоне все разбросано, куча пыли на торпеде и все в ужасном состоянии. Многих частей конструкции автомобиля попросту уже нет. Автомобиль полностью покрыт ржавчиной и краска отпадает кусками. Некоторые задние фонари уже разбиты, одни еще есть. Резиновая прокладка свисает, дворник служит держателем для мусора. А вообще этот фургон – отличная история польского автостроения. ЖУК А06 построен на базе ЖУК А13, но в странах СНГ пользовался популярностью именно эта модификация за счет цельнометаллического кузова. А ЖУК А13 комплектовался брезентовым тентом и был рассчитан на перевозку грузов весом до 900 кг. Осуществлять погрузку в ЖУК А06 можно через дополнительную боковую дверь и основную заднюю. ЖУК А06 мог изготовляться с окнами в грузовом помещении, но это делали только по желанию заказчика. Хотелось бы видеть такие автомобили отреставрированными, как экспонат в музеях. Жаль, что он стоит заброшенным и тем более на проезжей части. На этом буду завершать свой выпуск. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. До новых выпусков, друзья!